Итак, всем привет. Меня зовут Маркус. Я нахожусь сейчас в России. По поводу тайской косметики. Снимаю вот выпуск. Что у нас по тайской косметике? Что я могу вам сказать? Она подается. Вот сейчас думаем еще загрузить на Авито и через Авито еще продавать. По остаткам. Сейчас я вам покажу. Сейчас я нахожусь у себя в офисе. Это, кстати, вот холсты мы делаем. По остаткам. Вот, получается, мы покупали вот эти ингаляторы, так, зубные пасты, галоген, это галоген другой был, да, потом, большую часть мы покупали вот такие шампуни и бальзам, вот шампунь и бальзам, потом кокосовое масло, зубные пасты, ну и вот самое прикольное, говорят, всем помогает. Подарок я дарил, от растяжений, от ушибов, отлично все помогает. А так, сейчас все подается. Пока мы выложили на двух аккаунтах, на ВБ, только на ВБ, на других аккаунтах их нету сейчас. Также еще, как вы знаете, мы занимаемся слепками, вот. Это холсты у нас готовы. Вот сколько холстов, посмотрите. И здесь у нас холсты. По это тоже могу выпуск снять, показать. Эти ведра у нас для 3D-слепков рук. Потом, что еще у нас есть? Снимаю на... Кстати, снимаю... Могу сказать, кстати, на что я снимаю сейчас. Техники очень, очень много стало у меня. Про тайскую косметику, что еще могу вам сказать? Закупались мы его на примерно 40 тысяч. Окончательную сумму я вам посчитаю и выложу, когда все вот подадим. Потому что мы сейчас будем подавать на двух аккаунтах и на Авито. Общую сумму сейчас со мной в любом случае никак я вам не могу сказать. Насчет продолжения холстам. Вот холсты у нас лежат, здесь холсты лежат. Как вы видели, показывал я уже ранее. Здесь холсты лежат. Если вам интересно насчет холстов, то сниму обязательно выпуск, если вам интересно, конечно, будет. А чтобы понять, интересно вам или нет, ну, напишите хотя бы что-нибудь в комментах, там, лайкните, и я уже сниму этот, буду отталкиваться. Также еще есть 3D-слепки. Если вам интересно, то лайки, подписки обязательно. А так, пока на это на сегодня все. Да, мини-выпуск, ну, это потому что по тайскую косметику только было, чтобы все в одну кучу не закидывать. Так что следите, подписывайтесь. Если вам интересно, обязательно подписку, лайк. Все. Всем пока.